Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у меня автомобиль Nissan X-Travel 2014 года выпуска. Двигатель 2 литра, вариатор, полный привод. Пробег на автомобиле 84 тысячи километров. Заменю на этом автомобиле передние тормозные колодки. Поднимаю автомобиль, снимаю оба передних колеса и снимаем тормозные цилиндры. Снял колесо. Откручиваем два болта. Снимаем цилиндр. И снимаем колодки. А колодки-то еще походили бы. У них только половина износа. Вон, хозяин пожелал заменить. Снимаем пластины. Чистим сами пластинки, чистим здесь. Ставим на место скобки нашей пружинки. Нижняя у нас вот с этими загибами, ограничителями. А верхняя без этих ограничителей. Берем новые колодки. Новые колодки фирмы Нишимба PF2546. Идет одна колодка внутренняя с пискуном. На колодках радиатора нету, переставляю со старых. Вставляем колодки на место. Теперь смазываем поршень. Здесь вы видели, пыльник поврежден. То ли что-то попало. Ну, колодки, когда устанавливали, могли подрезать. Поддеваем пыльничек аккуратно и добавляем туда смазки. Разгоняем смазку. Пыльник надо однозначно менять. Хозяину скажу. Наверное, закажем и потом переберем суппорта попозже.
Утапливаю поршень. Пыльник сидит на месте. Проверяем направляющие. Направляющие ходят мягко, поэтому я в них не полезу. Хотя смазку проверить можно. Смазки достаточно, чуть-чуть добавлю. Добавляю Фэби здесь по цвету, на кончике именно подходящие. Ну а теперь опускаю цилиндр. Поворачиваем направляющие прорезью на пазы. Наживляем и закручиваем оба болта. Все. Аналогичным образом меняю со второй стороны. После этого нажимаем на педаль тормоза 2-3 раза. Прижимаем колодки к дискам, чтобы убрать свободный ход. И на этом замену передних тормозных колодок я сделал. Всего вам доброго. Еще не все. Пока здесь колесо не поставил, увидел сайлентблок надорванный. 80 тысяч пробег, машина эксплуатируется только в городе. А сайлентблок уже надорвался и с одной, и со второй стороны. Так что еще предстоит замена сайлентблоков.